Итоги минувших 7 дней и планы на предстоящие рабочие будни. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. С отчетами руководителей управлений и ведомств ознакомилась и наша съемочная группа. На минувшей неделе более 1700 жителей Люберец обратились с заявлениями в полицию. По 17 стражи порядка возбудили уголовные дела. Нераскрытыми остались только два преступления. Также было 145 ДТП. Самими пострадавшими больше никаких резонансных преступлений еще не было. 34 выезда по сигналу тревоги осуществили люберецкие пожарные. В 4 случаях пришлось бороться с огнем. Все происшествия обошлись без пострадавших. Кроме того, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона оказывали помощь коллегам из соседних округов. Также 3 раза оказывали помощь службам скорой медицинской помощи и полиции. 2 раза вскрытие дверей, ну, остальное прочее происшествие. Система ЖКХ работала стабильно, без аварийных отключений. Отопительный сезон проходит в округе в штатном режиме. Ежедневная дезинфекция подъездов также идет по графику. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях. По вопросу дезинфекции осуществляются выездные проверки. Правящие организации в обязательном порядке ежедневно отчитываются в проведении дезинфекции подъездов посредством мобильного приложения, контролируемого Главным управлением Госжилинспекции Московской области. На оперативном совещании обсудили ремонт и содержание дорог, благоустройство общественных пространств, работу с обращениями граждан, а также спортивные достижения и ситуацию в сфере здравоохранения. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.